Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня опять посадка семян. На этот раз я хочу посадить семена адениумов. Делала заказ в Санкт-Петербург. Фирма называется Green, если я правильно скажу, Green Miracle. Может быть, я неправильно сказала, но Green точно, это зеленое переводится. А вот пришло вот такое письмо заказное. Вчера я получила и сегодня решила произвести посадку. Заказывала я семена 8 сортов адениумов. И пришел еще вот такой подарок. Семена адениумов сорта Noble. Ну, по каталогу выбирала я, конечно, красивые сорта. Заказала один сорт барашков, называется Биллион Бразе, какой-то брат переводится. Ну и дальше вот так они по каталогу идут. Адениум Обисум 90, потом Адениум Обисум 154, 71, есть Адениум Обисум еще какая-то ночь. Куда-то я положила, не могу найти. Ну, в общем, такие вот маленькие клочочки, отрезки бумаги с названием сортов адениумов. Посадку я уже произвела. До того, как посадить, прочитала рекомендацию. Они вот еще прислали вот такую рекомендацию. Инструкция по выращиванию адениума из семян. Ну, там у меня две инструкции посадки семян. Ну, я вот выбрала эту инструкцию. Перед тем, как посадить семена адениумов, я их замочила в растворе HB101, одну капельку на литр воды в теплой воде замочила семена адениумов где-то на 30 минут. Посадку произвела вот в такой грунт. Грунт состоит из грунт для кактусов, добавила вермикулит, перлит, все смешала. И вот заполнила такой контейнер. Внизу контейнера сделала дренажные отверстия. Немножко рассыпала по дну контейнера дренаж из керамзита. И где-то сантиметров 3-5 оставила для того, чтобы могли расти сходы адениумов. Для того, чтобы посадить семена адениумов, я сделала маленькие углубления на поверхности грунта, поместила семена горизонтально и немножко придавила их к земле. Ну и еще, конечно, пронумеровала 1, 2, 3, 4, 5. На обратной стороне вот этого каталога я подписала, где у меня будут сходить, в каком месте семена. Семена адениумов для того, чтобы хорошо взошли, им нужна температура где-то 28-35, но они могут сходят и при более низкой температуре. Нужно обеспечивать нижний подогрев. Я буду эти семена адениумов ставить на обогреватель. Отопление еще не включили. Поэтому включаем обогреватель дома и буду ставить на обогреватель. Вот сюда я посадила семечко барашка. Я заказала одно семечко только вот здесь. И решила посадить отдельно. Ну, тоже помещу потом вот такой лифт-пакет и тоже поставлю на обогреватель. Вот посадила вот такие семена адениумов, таких сортов, которые пока я еще не могу
правильно прочитать. Теперь, сегодня я еще хочу произвести пикировку первых моих сходов. Получилось семена с Алиэкспресс, семена адениумов. И посадила где-то я их, где-то месяц назад, наверное, чуть больше. И поэтому хочу вот эти три схода адениумов, вот эти три, посадить уже отдельно. Почему? Потому что они уже выросли, у них уже идет третий настоящий листочек. И вот тут у меня грунта маловато, и я думаю, расти им уже будет сложновато. Поэтому я решила пересадить. Сейчас я достану. Это все я делаю первый раз. Пикировку семян адениумов. Хочется посмотреть на корни. Какие же корни у адениумов, у этих сходов. Вот. Такие вот корни. Корни хорошие, но я пока не вижу главного корня. Он еще, наверное, не развился. Вот. Только боковые корни. И я думаю, что я не рано делаю пересадку, надеюсь. Главного корня я пока не вижу, чтобы он был развитый. Вот. Но все равно, раз их уж решила, пересажу, пикировку сделаю. Так, сейчас мне нужно здесь сделать углубление. Хорошо расправить корни. Я надеюсь, видно. Немножко подальше сяду, чтобы было видно. Вот, вот такое углубление. И туда помещу я свою малышечку. Ну, главный корень только развивается. Там немножко видно. Я надеюсь, что я не рано сажаю. Пикировку делаю не рано. Так, корни надо. Хорошо. Их нужно расправить. И засыпать землей. И немножко я придавлю. Вот. Надеюсь, все будет хорошо. Вот у меня первый адениум я пересадила. Первый стаканчик. Теперь я достану вот этот кривой. Он у меня почему-то получился кривой. Вырос. Так, у этого корни намного больше, я думаю. Намного длиннее и больше. Ну и главный корень тоже хорошо развивается. Сейчас я... Вот. Главный корень здесь развит получше. Ну, тоже так же делаем углубление. Хорошо расправляем корни. И засыпаем землей. И уплотняем тоже, чтобы адениум хорошо стоял. Вот, два, ну вот третья тоже хочу, а там рядышком я уже пока трогать не буду, он еще маленький. Третья тоже, у третьего тоже корень. Вот он главный корень. Тут он более сильно развит.
Это главный корень, потом уже во время второй пикировки надо будет отрезать, чтобы развивались боковые корни, чтобы у аденима был красивый каудекс, чтобы он наращивал свой каудекс. Ну вот. Посадила 3 схода адениумов. Поливать пока не буду, грунт увлажненный у меня. А сходы адениумов не рекомендуют обильно поливать, потому что у них еще каудекс не развит, и они могут загнить. Ну вот и все на сегодня. Семена адениумов посадила. Пикировку первую произвела. Тех адениумов, которые уже, те всходы, которые уже подросли, в них уже пошел третий листочек. Вот. И теперь буду ждать. Смотреть, когда уже зайдут семена адениумов. Смотреть, наблюдать, как будут развиваться, расти вот эти 3 малышки. Надеюсь, что все будет хорошо, что хорошо будет расти и всходить. На сегодня у меня все. Большое спасибо всем за просмотр. Всем самого хорошего, доброго. До свидания.